По мере активного развития предпринимательской сферы, важно уделять большое внимание регулированию уличной торговли. Для этого необходимо контролировать торговые точки, чтобы они соответствовали современному формату и внешнему архитектурному облику города. Именно для этого в Уральске начали реализовывать проект «100 торговых мест для уличной торговли». О том, как работает этот проект, узнавала Юлия Мутылова. В областном центре много лет искали пути решения проблемы стихийной торговли. И вот проект «100 торговых мест для уличной торговли» начал реализовываться в прошлом году. В рамках него предприниматели устанавливают вот такие стационарные павильоны, в которых и будут заниматься своей деятельностью. Целью проекта является регулирование уличной торговли, улучшение качества услуг в сфере торговли, упрощение административных процедур для субъектов предпринимательства, создание прозрачного, простого механизма предоставления права торговли в городских нестационарных торговых объектах с соблюдением необходимых стандартов, приведение уличной торговли к современному формату в соответствии их внешнего вида архитектурному облику города и исключение стихийной торговли. В данном проекте реализуются следующие основные виды уличной торговли и услуг: продажа овощей и фруктов, продажа готовой продукции – это напитки, мороженое, фастфуд, продукты питания, хлебобулочная, молочная, колбасная продукция, продажа цветов, газет и сувенирной продукции. Оформление земельного участка – все это мы сами делаем. Мы потом выставляем на аукцион. Человек, который заинтересовался данным земельным участком, который указан на нашем сайте, он может подать заявку в электронном портале «Госреестр». То есть стартовая цена аукциона, тендера составляет 30 МРП – это 79 530 тенге. Со временем планируется полностью исключить стихийную торговлю. Проект «100 торговых мест» и намерен решить эту проблему. Он направлен на возмездную передачу земельных участков сроков до 7 лет. Кроме того, проект организован так, что стационарные киоски будут выполнены в едином стиле. Сейчас на сайте Госреестра на аукцион выставлены 12 участков в разных районах областного центра. В 6-м микрорайоне есть, по улице Ружейникова, на Целковского 2 земельных участка. Потом на центральном рынке один напротив торгового дома московского, в районе Аврора, в Зачаганске есть. Очень много заинтересованных лиц приходят, консультируются и так далее. Но массового охвата такого конкретного пока нет, так как это новый проект. Есть еще один плюс в данном проекте. Если предприниматель знает, что где-то в городе есть пустующий участок, где можно установить павильон, он может обратиться в СПК «Акжаик» с заявлением об этом, и его включат в аукцион. Юлия Мутылова, Рустем Ищанов, Дастан Уразбаев, телеканал «Акжаик».